Привет! Меня зовут Катя Лейт, и сегодня познакомлю вас со своими новыми львятами. Такие вот ребятки у меня получились. Они полностью подвижные. Львенок может поворачивать и наклонять голову, так как внутри скелет. Глазки стеклянные, нос кожаный у него, ушки армированы, могут сгибаться. Все лапки подвижны, все лапки гнутся, потому что внутри тоже скелет. Есть у него замечательные подушечки на лапках, кожаные, и маленькие-маленькие коготки. Это запекаемая пластика. Вот такой он. И хвост у него тоже подвижен. Внутри синтепон, холофайбер и стеклянный гранулят для утяжеления. И вот такой еще ребенок, он чуть поменьше, но тоже полностью подвижен. Это все то же самое, сделано не из качественного искусственного меха, очень приятного на ощупь. Вот такие красавчики.